Сейчас мы будем проверять, жидкая смазка против густой смазки. То есть тупо масло против густой смазки. Подшипники, густая смазка, жидкая смазка. Простые колеса. Подшипники Union, самые плохие подшипники по версии журнала Афанасий Никитин. Именно цена, качество. То есть вот этот набор подшипников стоит 1500 рублей. Хотя они не хуже АБК-7 какого-нибудь с Алиэкспресса за 300 рублей. Но правда хорошенькие, красивенькие. Сейчас они чисто вымытые. Вот, смотри, чувствуется. Видишь, как хорошо едут. Красавчики. В них нету ничего. Абсолютно чистота. Молибден, бензин. Так, правда, здесь немножко я добавлял густой смазки, но в целом все то же самое. Я покажу свой способ, как я использую на жидкой смазке. А потом проверим вот на этой смазке. И будем помечать мелом как-то, в общем. И плюс субъективное ощущение. Вот. И да, это водостойкая смазка для подшипников. Ой. Все. Ну, вообще без смазки. Мне нравится. То есть разгоняю я до сюда. До сюда разгоняю как могу. А дальше уже еду своим ходом. И отмечаю, докуда доехал. Тупо масло наливаю. Прокручиваю. Нижний тоже. Нижний, верхний. Так, какие камни? Значит, во-первых, этой смазки хватает, ну, примерно километров на 5. Потом желательно ее сменить. Где-то может полчаса катания активно. В общем, ну примерно сам чувствую, что что-то как-то хуже едет. И просто садишься, пьешь свой напиток, отдыхаешь, куришь, что-то там делаешь, заливаешь, вот пусть она туда впитывается потихоньку. Чем дольше, тем лучше, конечно. Их вот так вот чуть-чуть помогаем. Прокручивай, да. Значит, какие еще камни? Какие еще проблемы? Из-за того, что это масло, вот здесь все покрывается пылью, грязью и прочей херней. И сам по себе лонгборд постоянно становится таким грязным, черным налетом покрывается. Вот, сейчас я покрутил туда-сюда. Конечно, там бы, по идее, хотел попробовать в пыльниках маленькие дырочки сделать, чтобы их как-то шприцом загонять туда. Но все как-то не до этого. Вот, покрутили, покрутили. Вот уже чувствуется, он мягче стал ходить. Звуков не издает никаких. Когда они на сухой, они какие-то звуки издают. Я поездил сейчас на сухую. Нормально, в принципе. Но может быть и лучше. Вот, покрутили, покрутили. Переворачиваем. И повторяем процедуру заново. По ощущениям просто мягче стало. Ну что, катались. Едут, едут. Ничего особенного. Все как обычно. Так, снял подшипники. Вот они, такие красивые. Масло в них попало, походу. И сейчас мы их будем заправлять. С этой стороны, где шарики, с обратной стороны сепаратор, там не обязательно. Много не надо. Ну просто все это знают, просто показываю, как я это делаю, чтобы не было вопросов, что что-то не так. И раскручиваю. Ну вот для сравнения, вот как крутится забитый густой смазкой, вот как крутится незабитый. Надеюсь, видно. Что лучше? Ну, конечно, лучше. Вот, видишь? Вот. Угу. Вообще не крутится. А этот прям... Но!
законы физики меняются, когда на этот подшипник давит тело, в моем случае, 80 килограмм. И если это все дело едет с горки. Поэтому тут нужны опыты. А то, что так вот кажется, что, конечно же, смазывать нет смысла. Ну, все, сейчас я буду смазывать остальные. Это снимать не обязательно, поэтому увидимся. Так, короче, все поставил, все смазал. Прикрутил, ну, довольно сильно, без люфтов. Все так же, все то же самое. Но для того, чтобы мне никто не сказал, что я тут что-то придумал хрень, естественно, он будет прав, потому что подшипники на густой смазке необходимо раскатать, иначе это будет нечестное сравнение. Для того, чтобы их раскатать, я думаю, сделать круг вон туда и вот так, и обратно, как-то так. Я думаю, тут будет больше километра, и я думаю, этого хватит, чтобы их раскатать, больше километра. И вот так, потом их раскатаю, и только после этого буду тестировать. Да, и спонсор сегодняшнего видео — вонючий сраный ветер, который 24/7 круглый год херачит, херачит и херачит. Потому у нас 28. В городе нет горки, то есть есть горки с хорошим асфальтом, но там либо ветер, либо миллионы людей, либо все в мире для машин, для автомобилей. То есть я не знаю, где нормально найти горку с нормальным асфальтом, чтобы можно было нормально протестировать подшипники, к сожалению. Да здесь если, если в твоем городе есть такая возможность, сделай такой видос, оставь ссылку в комментариях. Ну, не знаю, будут полезны мне и вообще всем. Посмотрим и заценим. Вот, ну что, я пошел раскатывать, потом поеду тестировать. Так, стартую я оттуда. Вот отсюда я стартую. Стартовал отсюда. Отсюда стартую, разгоняюсь. И до туда дальше еду. Так. Победила тугая смазка. Сейчас покажу. Вот так, разгоняюсь. И здесь перестаю разгоняться. Все. Вот так еду. Видишь, сколько черточек подъехал и отметил. Оп. Так, вот они, здесь кончаются синие, то есть без смазки, а здесь красные, то есть уже со смазкой. Значит, что разгоняет тут со смазкой. Значит, смотри, если без смазки, то с каждым разом они, пенниборд, ехал все медленнее и медленнее, то есть хуже и хуже. Вот это первые результаты, а там последние. Все хуже и хуже. А с тугой смазкой с каждым разом результат был все лучше и лучше и лучше. Вот. И вот прям последний результат. Ну, не считая того, что вот я сейчас подснял. Вот. Всего 13 попыток. Мне кажется, все-таки тугая смазка победила. Вот такое резюме. Если это видео наберет больше 20 лайков, я попробую снять видос. Попробую вскрыть подшипник, залить туда жидкой смазки, закрыть его и провести еще раз тест. Меня еще все еще невозможно убедить, что тугая смазка лучше жидкой. Вот, ставь лайк. В общем, если есть 20 лайков, то проведу такой эксперимент тоже. Мне это кажется очень даже интересно. Ну, все на этом. Пока.